Ну, як тобі, як сподобалось? Прекрасно, прекрасно. Але якщо ви могли би перетворитися на якогось більш незвичайного персонажа? Ну, це я можу. Шабат шалом вам, люди добрые. Где-то 100 лет назад, да нет, ровно 100 лет назад, наш земляк Корней Иванович Чуковский, одессит, написал песню про меня. Можно сказать, что я вышел из-под его пера. Под его пера – это такой жанр, в котором мы сейчас споем мою юбилейную песню. Чтобы вам сказать красиво, мне Чуковский выдал ксиву где-то лет под 100 тому назад. Добрый вечер всем квартирам, я зовусь мой Дайдыром, хоть по маме мой да Розенблат. Был начальник мыльных полок, я теперь гигиенолог и диплом имею как предлог. Соблюдайте гигиену, это ж масть неубиенна, в смысле сбережения денек. А почему? А потому, чтоб не быть гоем, прошу прощения, хотел сказать изгоем. Мы непосредственно все руки мылом моем и непосредственно водой со всех сторон. Такой подход дешевле похорон. Кто не моет рук ни разу, ловит всякую заразу в рот и в нос и где-нибудь в туда. Ну, в рот и в нос оно не очень, ну, помажем, ну, помочим, но в туда совсем уже беда. Очень в целом мире вырос этот пот с коронавирус, крику от него со всех сторон. Я же ж помню, как неделю мы в о-вирусе сидели, и причем без всяких, без корон. А почему? А потому, чтоб не быть гоем, прошу прощения, хотел сказать изгоем. Мы непосредственно все руки мылом моем и непосредственно водой со всех сторон. Такой подход дешевле похорон. А сейчас пойти в аптеку, шо продаться в ипотеку, коготок угас всей птички, ой. Ведь куда дешевле было просто вымыть руки с мылом, если вы, конечно же, не бой. Сейчас вас палкой, как скотину, загоняют в карантину. Маску в нос вам, в рот противогаз. А меня вот для примера просто не берет холера прямо здесь и прямо вот сейчас. А почему? А потому, чтобы не быть гоем. Но я опять прошу прощения, хотел сказать изгоем. Мы непосредственно все руки мылом моем и непосредственно водой со всех сторон. Такой подход дешевле, такой.
такой подход дешевле, такой подход дешевле похорон. Как говорил бессмертный Гарик Кон, язык мой, враг мой, руки мой, ноги мой, усё мой.